Мы решили узнать, конфликтуют ли на работе жители Кировской области, и запустили опрос в нашей группе ВКонтакте. Озвучу самые популярные ответы. Половина респондентов уверяет, что ссор на службе у них не бывает. 25% были свидетелями конфликта на работе, но сами в нем не участвовали. Еще 16% ругаются и винят в этом своих коллег. Другие ответы в рубрике «Мобильный журналист». Вообще не конфликтуете? Нет. Вы мирный человек. Да. Вот эта работа, что я работаю уже 9 лет подскоро. Нет. Мы договариваемся мирно. Редко, но в основном по рабочим моментам. Мне кажется, что конфликты, конечно же, бывают, вот, но мы стараемся их решить самыми разными способами. Мне кажется, для того, чтобы решить проблему, решить конфликт, нужно посмотреть на этот конфликт с разных точек зрения. Ну, споры как там, по оформлению документов, что-то недоделано. Ну, так прям, чтобы споры, я бы это не назвала. То есть это, так сказать, задачи, которые нужно было решать. Я сейчас с детьми работаю, няни. Я очень терпеливая. Нет, не бывает. Вообще никогда-никогда. Ни с кем не ругались. А? Я спокойный сам по себе. У нас как-то коллектив был слаженный. Ну, может быть, потому что я трудилась продавцом в магазине, потом товароведом была в этом магазине. Ну, коллектив всегда все на виду, не такой и большой, поэтому мы не ругались.